привет всем. У меня сегодня такой ленивый день. Да, ты что, джойстиком играешься, птичка моя? Птичка! Да, привет всем. Ну что, мамулечки, как у вас дела? Дайте я мышу нашу покажу. Вот так вот все. Вы посмотрите на эту красотку. Мышаня, ты что у нас такая ленивая? Ты что у нас такая ленивая кошка? Ленивая киска-мурышка. Да, ой, какой ты мал. Что, вкусный пульт? Вкусный? Вкусный, да? Давай, нести его грызть. Иди вот свои игрушечки играйся. Самара, привет! Нам 9 месяцев. Уже. Он какой большой парень. Какой взрослый парень. Красавец мой. Красавчик, да. Ой, не успела, сколько лет уже мыши. Мыши, блин, уже что-то 8, что ли, лет. Я забыла. Да, день сегодня ленивый. Я вон еще в пижаме гоняю. Вон. Вот так вот. Сейчас буду собираться и поеду в центр. А папа у нас... Ленчик, привет! Ленчик, привет, привет, привет. Ленчик, где там мой ребенок? Тёма у Ленчика уже приписался. Остался вчера с ночевой, с Никитосом. Они там играются. Спасибо большое. Да, на улице серость. Сейчас я вам покажу. У нас тут вообще... Как-то прям серо все. Как-то прям, да... Небо такое серое-серое. Где? Да, скажи всем привет, ребята, привет. Серега пошел на площадку позаниматься. Играю, да, Ленчик? Тема сейчас у Лены, вот Хелен у меня здесь, вот она сейчас пишет. Ленчик, привет. Да, Темик уже взрослый, начу эту игру. Настена, привет. Покажи себе, да я не накрашенная такая вся. У меня какая-то это... Издалека сейчас на свой страх и риск покажу. Вот так. Можно я вот так себе покажу? Привет. Ничего красивого там нет. Прям страшно себя показывать. Серо, уныло, да. Видите, здесь что творится у нас. Это, кстати, была раньше клавиатура наша, вот, которая сейчас вот здесь, видите, клавиатура. Там тоже раньше была клавиатура, но сейчас Давидик ее всю переломал, всю сломал, всю клавиатуру сломал, и теперь это его игрушка. Да. Да, теперь это, скажи, моя игрушка. Вот она. Опа, опа. 1,62 у меня и маленькая. Маленькая. Опа, опа, на, твоя клавиатура. Да, да, да. Ать-а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 ть. Хотят на Лего пойти. Ну, как им откажешь, придется ехать. Ленчик, а ты уже выезжаешь? Просто мне вот Серегу надо дождаться. Он пошел в этот, на площадку позаниматься с гусями. Если, как бы, ты меня заберешь, то пойдем вместе на Лего. А мы успеем, скажи мне, на Лего. Мне же надо быть в центре в 16:30. Да. Вес мой, ой, я даже не знаю, у нас весы, слава богу, сломать. Смотрите, ать пальчиком. Аккуратненько пальчиком, да? Ать аккуратненько пальчиком. Лохматенький. Домовенок мой. Домовеночек ты мой, злёрки. Домовусечка мой. Встала, стоит. Что, заедешь за мной, Ленчик? Если собираешься выезжать? Ну, заедь за мной, давайте я с вами поеду. Ленчик, давай мы здесь с Ленчиком, короче, вот вам место WhatsApp. Кстати, кто смотрит канал Карусель? Вот мне кажется, у всех родителей всегда канал Карусель или телеканал Домашний работает, нет? Мы на юге Москвы живем. Да, платье, у меня много платьев себе, кстати, недавно. Я не хочу просто от Давидика отходить. Сейчас папа придет, я вам покажу. У меня там новые обновочки из нашего магазина, кстати. Очень прикольные. Да, ножки не загорелые, да. А я не загораю в солярии. Если мне надо какое-то мероприятие, тогда я мажусь автозагаром. Да? А вообще, как бы, сейчас белый цвет кожи уже нормально. Мульты вон сюда. Мамуль, вы что смотрите? Вот все мультики, да, смотрим? Мы тоже мультики смотрим. Мы тоже на карусели. Все на карусели.